Важность миссии УЗХО в Сирии, иранскую ядерную проблему, а также российско-французские отношения обсудили по телефону Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер подчеркнул, недавние ракетные удары со стороны США и их союзников являются грубейшим нарушением международного права и привели к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования кризиса в регионе. В данном контексте отмечена важность работы специалистов комиссии по запрещению химического оружия, которое сейчас находится в Сирии. Что касается Ирана, главы государств высказались за продолжение реализации совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Ну, кроме того, Путин и Макрон затронули актуальные темы двустороннего сотрудничества в преддверии визита французского президента в Россию в мае.